Итак, пацаны, я финишировал. По предварительным данным 35-й. Там штрафы узнаем. Из прочего, вы видите, моим штанам хана. На первом кругу я шлепнулся, согнул руль. Из-за этого 5 человек вперед меня поехало. Вот, пришлось пропускать. Потом 2 круга подряд штаны рвались и рвались. Пока не дошли до той стадии, что уже все. Очки вот эти, после первого круга сразу запотели, поэтому пришлось снять, и я уже катался без очков. Конечно, ветки опасно, но я смог уклоняться, заполнил трассу. Фух. Еще не отдышался. Спасибо за внимание.